партия ветеранов Афганистана об выпитии проведения сессии и ставит ультиматум. Во главе угла политическое решение по увольнению секретаря, которое принято сегодня, не может быть, является залогом торгов и обсуждений. Вопросы жителей города Мелитополя, оппозиционных групп и партии Афганистана не волнуют. Такая линия поведения прослеживается в течение всего времени работы этой конференции. Ну что ж, такие реалии на сегодняшний день, такие обстоятельства. Я объявляю перерыв бессрочный в надежде на благоразумие Галины Викторовны и Андрея Федоровича. У нас депутаты в количестве 16 человек есть. Пожалуйста, уважаемые руководители фракции, захотите продолжить работу, дайте мне знать. Я...